появилась мама Саня. Надеюсь, Андрей будет, короче, этот станет популярным гонщиком Формулы 1, будет играть за Феррари, и он, короче, устроит меня куда-то, чтобы я ему воду подносил, мне будет типа 5000 долларов в месяц, если не больше. Я, короче, буду с ним жить в особняке, и, короче, мы будем играть в Сидж каждый день. Вот если так будет, то это будет классно. А ты, как Андрей захочет? Ты у Андрея спросишь. Да. По-моему. Андрей фул жопа. Андрей вообще машина. Ладно. машина остановили. Ой, а я не увидел его за прицел, желтая. Молодец. А я не увидел его за прицел, я думал, он направо убежал. Че, блядь? Андрей. Ну куда ты так залетел? А. О, ебать, урожай, добрый вечер. А как это ты вот такие умные парни? Фернандо. Я хотел сказать, что Саня даун. Ой. Я хотел сказать, что Андрей даун. Ой. Ой! Такого не надо. Блять, какие мы долбоебы? Ну а че ты не кричишь, о, ретард, сдохни. Ты немножко это. Слышь, Денис, помнишь, да. Ты видос Амберхёрд скидывал, где на кровати? Ну. Так я, короче, зашел на него, и знаешь, что там в описании написано? Ну. Там, короче, сонная Амберхёрд что-то там записывает видео своему бойфренду. Я бы на его месте среди ночи сорвался бы с работы, приехал и трахнул бы эту штуку. Фиксиков не смотрел? Санёк, в нашем с Андреем детстве не было фиксиков, у нас были советские мультики, как говорится, ой. Лоуренс. Там, короче, был какой-то трансформер, блядь, у которого, блядь, были, короче, на руках эти двери от машины, блядь. У меня, короче, были тапки Adidas, блядь, я их на руки цеплял, блядь, подошвой на улицу, блядь, и бегал, типа, трансформер, блядь. Ебатый трансформер. Да. Он внизу, остался внизу, на люке. Ну, не трогай. Кэшку покину. Ой, ва... Убил. Ух ты. Ой, бля. Велик упал. Где он? На Лёва в сайте? Ну, я синьку смотрю, Лёва. Слушай, попытайтесь поставить, я синьку смотрю, мы сейчас на изи поставим. Смотри, ротач, на синьку смотрю. Ау! Бля, как мы это разыграли? Я вообще ебу. Это... Ты идешь в соло. Один, alone. You go alone playing Kraken, блядь, долбоёбик. Заебал. Насколько у тебя слово alone? А как? Это мой капитан, Грис Дрит. Бля, азова. Да, богомолый корабль. Сука, долбоёб. А, его сюда, точно. Блять. Сука.
блядь. Да ёбаный в рот. Как ухватиться за эту помойку, блядь? Да тут мост выдвинуть можно. Да, там, а, да, то это мост? Блядь. Он не работает. Бобби Ви. Я в норме. Эй, постой! Ну, спасибо, что активировал мост. Я же говорил, что это мост. Ой. Пожалуйста. О, давай вот эту золотую, вот эту. Цыган. Нет, цыган. Вот это да, о, золото, много золота. О-о-о! А, не-не-не-не. Мне такое нравится. Много золота. Много золота. Что это сейчас вообще золото было? О, нормально. Замочка есть. Все, я понял. Охуеть, блять, нахуй пошел играть, ну сука. Разобрался он в этой ситуации. Удар с 11 метров. Будет гол. И дальше что-то может. Да. А это парашютик за. И вот он. Идет пас на ход. Удар сейв. Александрин. Великолепный пас. Очень острый момент. Такой момент. Возможность забить. Бля! Нет, а второй сейчас сыграно. Выходит он один на один. Да, сюда! И он обыграл. Пас на ход. В неравных составах. Не, ну как для начала нормальный составчик. Да? Так ты так думаешь? Ну, блядь. Да. Окей. Бывало и похуже. Помойка. О, блядь, эх. Ну почему? Ну, блядь, у него стамина... Блядь, давай, какой нахуй ебать. Давай сюда, сука, сука. Охуеть. Как мой вратарь, что он вообще делает? Я сейчас хочу поставить, как он прыгнул. Ебать! Ебать! Он вообще не умеет. А, это башка его? Ни хрена чел замаскировался. Туда его. Без рук. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ползет, ползет, червяк. Туда, красавчик. Туда его! Брат, дай 5, дай 5. Хорош. Ты долбоёб кончил. Ну не убивай его, зачем ты его убиваешь? Смешно, ой, смешно, сука. Чего, сейчас бакать будет, зачем ты его убиваешь? Посмеялся, да, он. Ну хорошо, в следующем раунде я тебя убью. Бот умер, давай, давай, начинай. Какой Саня рут. Попущенный, просто забей. Даша, Андрюха, 38 рут лучше тебя, боже. Ух ты. 38 IQ у тебя, бэзер. Да. IQ? Побольше, чем у тебя 100%. Ты вообще знаешь, что такое IQ, брат? IQ? Это оперативник CG. Ага, разрывная. Наебать. Ну хули он бегает и не умирает, блядь. Блядь, почему у тебя дети на заднем плане орут и марят? Можно как-то им пофиксить? Да... Чё здесь тупик, блядь? Давай, давай! Давай, Андрюха! Да здесь тупик, блядь! Какого хера в этой карте тупик, блядь? Он на клубе, блядь, заруинил катку, то что он замалил ёбаную лижу и не догадался сделать на ним vertical game. Оу, вертикал гейм, мэн! Бать, тебя начи на Ване пикапится. Да, алё, Саш, что? Во-первых, какого хера ты поставил аватарку? Какую? Во-вторых, вопрос, так она ответила, и шо переписывается? Я ещё не писал, я клип делаю. А? Я ещё не писал, я клип делаю. Хорошо. Я тебя понял, спасибо. Все, давай, давай, Саня. Давай, давай, давай. Если напиши этой девке из этого из группы. Да. Ты, блядь,
Мне кажется, ты пиздёшь. Рейтинг. Я же говорю, там... Да там, блядь, нету ничего, никаких подписок на R6, Stats, R6, блядь, Pro League, Major League, блядь, там эти ЛСП палёные и всякие дэденсайдерские хуйни. Просто на ванне какая-то тяночка засела, блядь. Блядь, не найдем мы этой хуйне тяночку для СЖ, я вам говорю, блядь. А где искать? Я тебе говорю, давай в Баду искать. Я сейчас бегаю. Так давай, у меня в Украине заблокирована эта хуйня. Ща. Реально в Украине заблокирована? Я ебу. Странно, как мы насрываемся. А я сидел на докторе, Андрей, блядь. Ты не говорил, у меня камера была там. А я сидел... Молодец. Good job. Не, ну это просто оружие самое худшее в игре. Все, сиди там. Вот он в этом, он там на месте. Сиди, Ремгиза, прячься! Ильмар, прячься! Если Ильмар, даже если Ильмара убьют, то все равно выиграешь, Денис, забей. Забей! Денис, забей, если тебя убьют, то ты выиграешь. Ваня, блять, нахуй втор. Ой, блять. Лютый кринж, конечно, Денис, ты прям. Братки сюда, кинь сюда. Куда? Сюда, на люк. Братский пациент. Ну, сифор, кинь по-братски. Ты чё, долбоёб? Сука, я думал, сейчас в мою сторону полетит. А мы выберемся, пацаны. Ух ты. А я хотел тебя. Ты так нежно сказал, мне прям приятно стало. Пошла, куда трясти? Прикольно. Хорош. Убил Мази. В спальне, рядом с двойным окном стоит чел. Хорош. О, трипл экс, почти как трипл секс. Так, я здесь. Трипл Икс. Это как Трипл Сикс или как? Да. Я даже заклипаю эту шуточку мою лютую. Так там здесь перед этой была еще моя шутка. А, что за шутка была? Точно такая же. Серьезно? Нормально. Заклипай перед ее присмотри. Нормально. Вейт. Или вейт. Но оно сраное... Зал, пошли в рейтинг, счет 3-1, блять. У нас Андрюша, как всегда, 6-3, 5-3, блять, а все остальные сосут член. Как бы Тюри Фенрир, блядь, на базе, ебать. А у тебя как дела? Погладь меня по головке, пожалуйста. Мама Саня тебе погладит по твоей головке, понял? Ну точно, мама Саня, иди сюда. Эл, иди сюда, к ноге. Ой, ты хорошая. Тут ты возьми косточку, тут ты моя хорошая. Пошла вон. Блядь, два кринжмена встретились, блядь. Блядь, хит, долбоёбы. Короче, чтоб ты понимал, Андрей, теперь мы не фоткаемся, как гангстеры. Чего? Ну, потому что 20 человек устроило это, а 10 не устроило. И, короче, они не могут ни под кого подстроиться, они, короче, ёбаные серички, переругались, и, короче, мы теперь портреты только фотографируем. Капец, это так вообще, я не понимаю, в чем прикол, это же рукольно, сфоткаться как гангстеры, нет? Ну я хочу сфоткаться в стиле Гарри Поттера. Бля, брат, факт, тупо фактишь. Если бы я был с тобой в классе, я бы голосовал бы за Костырь Козырьков и всех бы заставил сфоткаться как Костырь Козырьки. Ты бы уговорил их, да? Да. Бля, брат. Денис. Бля, такой прикольный значок у тебя, Денисочка. А чё не так с ним? У тебя такого раза нету? Говорю. Как да, это же... Меня... А, у тебя серебро! Дебил, у меня, блядь, золото кончено. Ебать, золото! А чё за значок у тебя? За это, не... Shadow Legacy. Там, где заросшу. А, так у него сильвер Shadow Legacy. Да, ну, у меня... Я кончил на него, но у меня была... Кончил? Я кончил на него! Пам-п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 ам
Помогите мне, я Спасибо. Хотел пукнуть и поднести микрофон к жопе, но я проглотил пук. Жиза. Мама и Саня.
Блять, я не понимаю, вот ты такой школьник на самом деле. Да ты такой, если что. Боже мой. Видео какой флик, Андрюша? Люблю, как в Формуле 1 прямо влево повернуть, так блин! Сам, мне прошло... Нахуй я вообще живу на этом планете, блядь.